В эфире новости, и мы продолжаем. На отчетный годовой концерт хор детской школы искусств микрорайона Вуги пригласил родителей, авторов песен и даже гостей из Артека. Сергей Смирнов, начальник орготдела знаменитого лагеря, вручил почетные грамоты и медаль директору школы за участие в фестивале имени Владимира Чичкова. Песни этого композитора составляют немалую часть репертуара хора. Среди почетных гостей был Ефим Шкловский, автор текста новой песни про Артек. Музыку к ней написал директор школы искусств Владимир Перекрестов. Пополнил партитурами запасы хора и Владимир Бохан, который презентовал свои последние сочинения. Во время концерта при поддержке оркестра и просто под аккомпанемент фортепиано было исполнено множество разножанровых песен. От Иоганна Себастьяна Баха до Геннадия Гладкова.